Приветствую всех на канале Электромен Беларусь. Сегодня у нас будет обзор китайского микрофона. В общем, сами видите на экране. Китайская фирма V10TU. Так он выглядит. В комплекте идет без батареек. У меня стоят здесь аккумуляторы, которым уже много лет. Уже такие довольно изношенные. Но даже на слабых батарейках, на двух пальчиках, он нормально работает. Здесь мы можем видеть частоту 261,8 МГц. Все это закрывается, закручивается вот так. Все, переключатель обычный на три положения. В третьем положении ничего, в среднем положении ничего работать не будет. Ну, последнее выключает его. Собственно, в комплекте идет кабель AUX для подключения и с переходником на 6,5. Джек моно. Так, блочок в комплекте, естественно, не идет. Идет у нас приемник. Приемник сигнала. Следует заметить, что имеет выход на USB. При использовании в компьютере в него можно будет воткнуть флешку, она будет определяться. Здесь он чисто нужен для питания. Кабель втыкается сюда. В общем, простая конструкция. Сам кабель идет в роли антенны. В общем, давайте попробуем, оценим качество. Поскольку у меня нету профессионального микшера, а микрофон нужен для любительского использования, будем использовать гитарный комбик. Понятное дело, что голос на такой аппаратуре будет звучать, мягко говоря, не очень, но все равно будет на достойном уровне. Попробуем. Так, включим. Будет гореть у нас зеленый индикаторчик. Ну, слабо видно. Нет, немножко вот так вот есть. Да, да. Есть. Все, должен гореть. Пробуем. Это еще не самая большая громкость. А, раз, 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 два. В принципе, громкость и качество на уровне. Если микрофон отнести достаточно на большое расстояние, тоже чувствительность хорошая. Как и у любых бюджетных микрофонов, даже если вы купите за $60, из-за своей направленности на источник, на приемник сигнала будет появляться некоторый писк, как сейчас вы можете немножко увидеть. Такое встречается во всех микрофонах, но особенно в бюджетных. Поэтому следует размещать приемник не на уровне, а где-нибудь повыше, либо скрыть его подальше от источника звука, как у меня от комбика. Немножко отойду на расстояние. Когда испытывал, на расстоянии было где-то 20 метров, выходил за квартиру через металлическую дверь, и звук, в принципе, не ухудшался, было хорошо. Слышно его? Звуки хорошо передавались. Слова были различимы. Ну, собственно, звук не бубнящий, как можете видеть. Микрофон достойный. У продавца можно заказать сразу два штуки. Они не будут между собой, как говорится, делить сигнал. Будет каждый микрофон на своей волне. Там будет меняться промежуточная частота. И, в принципе, можно даже петь. Пригодится тем, кто ведет мероприятие, как говорится, для частного использования. А если вам уже нужно для свадеб, корпоративов, юбилеев, стоит немножко посмотреть микрофоны подороже, более таком солидном ценовом сегменте, от $40. Собственно, ссылки вы можете увидеть в описании под видео. А для частного, для любительского, где-нибудь в караоке, в машине, у себя в квартире вы сможете с легкостью попеть. Как видите, качество довольно хорошее. Я не буду петь, у меня голос такой бубнящий, не очень, поэтому можете сами судить, даже через гитарный комбик звук более чем достойный.